В Одессе националисты сегодня сорвали прием в нашем генконсульстве по случаю предстоящего Дня России. Агрессивно настроенные активисты, в том числе запрещенного у нас правого сектора, около 2 часов никого не пускали внутрь. Они принесли конструкции, по виду напоминающие виселицы, по тротуару раскидали навоз, разбили 2 камеры наблюдения. Полиция не вмешивалась, при том, что российские дипломаты заранее направили в МИД Украины просьбу обеспечить охрану порядка возле консульства в этот день.